В Казанском федеральном университете прошел творческий вступительный экзамен для абитуриентов по направлению журналистика. Подготовлено два профиля. Это новые национальные медиа, который проходил на татарском языке, и мультимедийная журналистика, который, в свою очередь, был на русском языке. Экзамен письменный. На него отводятся два часа. Два этапа. Первый этап – это эссе на заданную тему. Темы касаются актуальных социальных направлений. Абитуриент должен раскрыть тему, он должен представить свой взгляд, аргументы, доказательства, выводы. Одно из испытаний данного экзамена было творческим, как в онлайн, так и очном формате. Заявлено более 200 абитуриентов. Отметим, что экзамен состоялся на дневное отделение. На заочное отделение экзамен же состоится 1 августа. Всю неделю будут проходить активно, проходит вообще в принципе серия вступительных испытаний. Началась она вот уже с субботы. В понедельник прошел один из самых больших экзаменов, это русский язык. Вчера был первый день экзамена, тоже творческой направленности. Это рисунок. Сегодня второй день очного экзамена по рисунку, потому что желающих пройти это испытание очень много. Вчера прошло порядка 250 человек, сегодня ожидается приблизительно такая же цифра. Напомним, что всю неделю будет проходить серия вступительных испытаний творческой направленности. Все подробности о предстоящих экзаменах будущие студенты могут узнать на официальном сайте Казанского федерального университета. Амир Ахтямов, Алина Красильникова, Фарид Захидоглы, Универньюз.